Привет, дорогие друзья! Вы на канале Воблер, меня зовут Иван, и это мой дядя Тони, который поздравляет меня с днем рождения и говорит, извини, что не был рядом все эти годы, я задолжал серьезным людям, и мне пришлось залечь на дно. Вы посмотрите на этого грозного дядю Тони, у него даже зубочистка во рту торчит. Кстати, ребята, если вы хотите больше роликов по этой игре, обязательно пишите в комментариях, а также ставьте лайки. Поехали. Ну ладно, открывай контейнер. Открываю. С днем рождения, Воблер. Круто. Ну, кто-то мне подарил бы 1070, я был бы рад вообще. То что ж, ящик, надеюсь, что там 1070. И я не зажрался, я же не прошу 1080 Ti, правильно? Поехали. Опа! Аплодисменты, поздравляю с твоей первой боевой машиной. Ребята, это моя первая боевая машина. Реально первый запуск этой игры. Поехали. Давай установим ракетницу. Давай, дядя Тони. Мы берем. Это ракетница? Если это ракетница... Ладно. Куда мы ее устанавливаем? И? Спереди надо? На болт. А, то есть на вот эти детали мы можем ставить ракетницу, да? Хотя мне кажется, что ракетницу надо было ставить чуть в другое место. И что? Чего ты же ты ждешь? Залезай. Опа, это я? Тебе идет. Давай попробуем выиграть новые детали для твоей машины. Давайте, ребята, попробуем выиграть новые детали. В бой. Дрын-дрын-дрын, я против какого-то Марчелла. Помни, ты не управляешь машиной. Она сражается автоматически. Твоя задача, как инженера, построить лучшую боевую машину. То есть мы чисто строим машины, они сами сражаются. Нажми, чтобы... Поехали! О, огонь ракетами, давай! Перевернули, да! В днище ему! Днище должен получать в днище! Давай мне новую деталь! Серия побед, ребята! Первая победа! Вы видели, как я его наказал? Я вам скажу честно, если первая каточка пошла, то остальные тоже пойдут. Правда, дядя Тони? Кстати, я только увидел, у него какая золотая цепь висит. Ё-моё! Грозный типон. Твоя... Машина победила. Отлично начало карьеры. Отлично. Забирай свой первый ящик. Вот это ящик. Серия побед. Один. Топ-топ-топ. Места для ящиков. Ящики с деталями хорошо запечатаны. Ну, давай будем открывать. Вообще круто запечатаны. Но с хорошими инструментами можно ускорить открытие. Этот раз возьму расход на себя. Ах ты, дядя Тони. Открыть бесплатно. И что это у нас? Открываем. А, тут еще ящики 3 часа открываются. То есть хочешь быстрее донать. Я понял, обычный ящик. Нажимаем. Дрель, ребята, дрель. Бур какой-то. Ракетница. Валун. Что это такое? Ковш. Собрать награду. Соберем. Так, ребятки, напишите в комментариях, что делают кристаллы и что делает золото. Вы у меня молодцы, потому вы быстрее разберетесь. А вы же видите, что у меня первый запуск. Отличный улов. Продолжай побеждать в быстрых боях и получать ящики. Давайте ящики с видеокартами будем получать. Загляни в гараж и попробуй какую-нибудь из новых деталей. Хорошо. Давайте мы поставим что-то новенькое. Ну, смотрите, дело в том, что мы можем вот это переместить назад. Мы можем его переместить назад? Давайте мы ее как-то назад переместим. Давайте мы ракетницу перетащим обратно. Или она не перетаскивается? Ох, просто я хотел дрель поставить наперед. Я не знаю, что дает эта дрель. А ее нельзя как-то вверх поставить? О. Ага, все, дрель мы поставили. О, это у нас новый корпус. Нет. Мне кажется, старый был намного лучше. Ладно. Это дрель. Какая-то, если честно, слабая дрель. Может, кош? Вот это я что-то сделал. Это что у нас, колеса?
О-о-о! Вездеход! Блин, ну и как-то стрёмно, ребята. Вам тоже стрёмно? Что-то тут... Какая-то подозрительная у нас сперма машина выходит. Ну да ладно, черт с ним. Поехали. Возьми эту наклейку. Она сделает твою машину особенной. Ого! Даже не знаю, какую наклейку выбрать, ребята. Выберите наклейку. Бубу выбрать, либо... Не, конечно же. Эта наклейка, она вообще крутая. Клеим. Шмяк. Ее даже не видно. Выглядит отлично. Жду, не дождусь увидеть твою машину в бою. Ладно, дядя Тони, поехали. Опа, это я, маленький коте. Дрын-дрын-дрын, нажми, чтобы смотреть. Бош. Ребята, это есть техника Бош. Сейчас посмотрим, насколько она эффективна. Ё-моё! У меня колесо отпало, ё-моё! И чё? И кто победил? А, нас будет друг к другу подталкивать? Блин, я всрал, так нечестно. Серия побед окончена. Ребята, моя серия побед даже и не начиналась. Какой быстрый бой. Место для ящика. Редактировать. Так, мы видим, что этот корпус не совсем удачный. Мне он не совсем нравится. Давайте мы колеса возьмем. А что, у нас одно колесо? Ладно, давайте мы таким вот образом. Дрель. Они чем-то отличаются, эти дрели? Или просто это две дрели, да? Что это такое? Давайте еще и ракетную. А что, мы ракетницу не можем? А, ракетница мешает. Ладно, ладно, коль так. Не, ну какие-то колеса реально стрёмные. Где еще колеса? Давайте маленькое колесо наперед поставим. Так, маленькое колесо поставим. Ну, мне кажется, дрель как-то... Ладно, это что такое? Циркулярка. Блин, ну циркулярка. Я не знаю, как его вообще... Ставится одно оружие, другое не ставится. Ладно, поехали с цирку... Я вот я хочу, допустим, ракетницу поставить. Ракетница одна звезды, ракетница две звезды. Ладно, давайте наклейку бабахнем. У меня очень крутая наклейка. Все, я готов. Я готов сразиться. Быстрый бой, ребята. Нажмите, чтобы смотреть. Блин, на, ты чё циркуляркой? Давай, пили его, пили эту рыбу. Я же кот, а он рыба. Наклейка рыбы. Что он там? Да. Ребятки, аплодисменты. Это заслуживает лайка. Серия побед 1. У меня самая четкая серия побед. 1. То есть 1 это круче. Намного круче, чем серия побед с 10. То есть, понимаете? То есть, как в Арабских Эмиратах. То есть, там номер 1 стоит там 2 миллиона долларов. А номер 10 меньше. Поэтому 1 это круто. Так, у нас новая машина. Хочешь попасть в телевизор? Мама, я уже в телевизоре. Я на Ютубе. Давай на финале. Так, записал тебя. Хорошо, первый этап. Воу-воу-воу-воу, тебе нужно будет одержать победу в 23 этапах, чтобы дойти до финала. Ёлки-палки. Лес густой. Не сомневаюсь, что у тебя все получится, и ты станешь звездой. Но давай вернемся к первому этапу. Вы знаете, когда он говорит звездой, у меня на слово звезда есть другое слово. Вот есть звезда. Можно вот просто вместо Z букву P поставить. Ладно. Возвращаемся. Ого, это что такое? Это ты участвуешь в соревнованиях. Где я? Победить в этом этапе. Давай попробуем держать победу в серии по ю. Окей. Я 13-й. И чё? И чё? Здравствуйте! Против всех игроков вашей группы один за другим. Ладно, поехали. На! Бэм, бэм, давай, тыщ! Блин, он меня прям в эту штучку дрелит. Так нечестно. Дрелит, ребята, дрелит. У него ракетами шпигует. Прям наперед, смотрите, он прям... А, тут корпус бьет. Да! Тут я его убил.
Третий бой. Круто, 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 круто. Он вообще непонятно куда стреляет. Ребята, я создал монстра. Что это у него за корыто? Что это за ваганы у него? Лодка. Слушайте, лодка. Давай, пили лодочку. 3 победы. Выиграно боев 3. Вы мгновенно перешли на следующий этап. Ребята, вы видели эту машину? Это машина нагиба. Награда. Поздравляю с победой в первом этапе чемпионата. Сказали нам коты. Дядя Тони. Воу! Воблер! Первое место. Даже корона здесь одета. Так, награда. 7 кристаллов, 1000 каких-то болтов, 1 лапа. И что это такое, не знаю. Вы перешли на этап номер 2. Окей. Окейчки. Пым-пым-пым-пым. Пым-пым-пым. Разблокирован. Или более мощные детали. Окей. Выберите одну из следующих наклеек. Ух ты, ух ты. Ну, наверное, шар для боулинга. Он такой красочный все-таки. Супер ящик. Нажмите, чтобы открыть. Опа, диск. Ракетница. Пила. Ребята, вот как раз мне кажется, эта пила будет хорошо играть, потому что все-таки это же бензопила, а у нас дерево. Что это? Титан. Что это за фигня? Шкив. Без комментариев. Жало. Жалко. Знаете, говорят, птичку жалко. Вот это. Жалко осы. Для... Коттер. Ролик. Я в шоке, сколько здесь деталей. Я просто шокирован. Давайте, наверное, перейдем... Блин. Ты наверняка хочешь попробовать свои силы в новом этапе. Но давай сначала улучшим твою машину. Хорошо, дядя Тони. Ты можешь улучшить свою... Так, ну что ж, давайте улучшать машину. Знаете, выбери детали, которые ты хочешь улучшить. Я понял, слушай, я понял. Это прям вообще нам тут рассказывают, как для... Давайте мы сюда поставим колесико. И в чё? Я же поставил колесо, или я не поставил? Влить бесплатно? Что? Все путем. Продолжай вливать и улучшать детали, чтобы прокачать свою машину. Я влил, ребята. У меня теперь крутое какое-то колесо. А, то есть, блин, я могу детали вливать сюда? Я в циркулярку могу прокачивать. То есть, беру деталь сюда, которую и вливаю, она мощнее становится. Но я вам скажу, что она неплохо побеждала, может реально. Ребята, может реально. А что у нас тут? Давайте новинку попробуем. Вот такая. Поехали, я готов. Я хочу быстрый бой. Не надо мне чемпионат, я вижу, что ты получил свою первую супер деталь. Неплохо. У меня есть знакомые, я которые... Поехали в бой. Я хочу в быстрый бой. Серия побед. Сделать ставку? Что за ставку сделать? Так, это интересно. Бой, как думаешь, кто из них победит? Выбери одного из игроков и поставь на него свою деталь. Если игрок выиграет, то деталь получит бонус и станет супер деталью. Попробуй. Ребята, у нас тут элемент казино. Слушайте. Так, кто победит? Смотрите, у него есть дрель, у этого здесь дрель, но зато у него есть ковш. А ковш вот так вращается, по-моему. Мне кажется, что вот этот победит. Смотрите, все ставят на вот этого чувака, а я поставлю на правого. Знаете почему? Потому что у него ковш вот так будет вращаться, наверное. И он сможет его просто перевернуть. Правда, дрель это вообще непонятно, зачем она здесь стоит. Блин, блинский, даже... Хотя, с другой стороны, тут же дрель, да? А у него дрель вообще сзади, она ж ничего дрелить не будет. Он как дурак, зачем он ее вообще сзади дрель поставил?
Смотрите, все на этого чувака стоят. 3% на ставку. Ну давайте сюда поставим. Поставим на дурачка, ребята. А ты веришь, что мы поставим на дурачка? Какую деталь? Давайте вот эту, наверное. Вот эту деталь. Это еще деталь. Я вот эту... Нет, вот эту деталь на кон. Все, я поставил деталь на кон. Деталь на кону одна. Вы уверены, что хотите поставить эту деталь? Да, ребята, ставим деталь на дурачка, который... О, я ему повысил, смотрите, готово. Еще можно ставить что-то на него? Блин, слушайте, ладно, пока он тут что-то будет воевать, давайте мы, наверное, в одну каточку сделаем. Быстрый бой сбегаем, пока в быстрый бой. Поехали. Дрелим, дрелим, я ему сейчас отдрелю. Да! Серия побед, 2. Ребята, еще одна победа, и у меня получится какой-то ящик. И там... Короче, ящик для котика с песочком. Блин, ну надо реально 2 минуты подождать. Я хочу посмотреть, выиграет тут дурачок или нет. Так. Ого, что это у него такое? Он нас музыкой будет хреначить? Ого! Ой-ой-ой-ой, ты... Посмотри, какой корпус у него хитрый, а сзади ракету. Понятно, что он нас уничтожит. Блин, реально хитрая конструкция, ребята. Реально хитрая конструкция у него. А что это такое у нас? Так, больше монет. Ага. Ага, я понял. То есть это наше дерево умений. То есть мы улучшаем, и нам дается больше монет с ящика. Энергия титана. Повышает здоровье всех. Нитро. У меня нитро как бы нету. Мне кажется, да, вот это больше всего подходит. Ладно, ребята, напишите, что тут надо качать. Вы же мне молодцы. Давайте мы пока в быстрых боях посоревнуемся. Пока там будет этот бой. Вот. Оу! Мы сейчас ему отсверлим. Ха-ха-ха, мой злой кот. Серия побед 1. О, ящик. 2 часа, чтобы открыть ящик. Либо за 10 кристаллов. Не-н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 е. Пусть открывается. Пусть автоматически. Поехали. Что это у тебя такое? Что-то нитро. Снова этот чувак, ребята. Снова этот чувак, вы посмотрите. Который в прошлый раз меня победил. Блин, к нему надо... Мне кажется, на него надо дрель ставить. Видите, один бой я побеждаю, другой бой этот дурак побеждает. Ёлки-палки. Вот как тут можно эту машину? Один бой хорошо воюет, другой бой плохо воюет. Так, где наши соперники? О, детали на кону, проверить результат. Смотреть. Смотреть. Давайте посмотрим, кто же... Кто же победил. Смотрим. Я на этого чувака ставил, по-моему. На дурачка на этого. Смотрим. О, да! Нет, нет, нет! Я же на тебя поставил, дурак! Зря я на этого барана поставил. Да, дурак не сыграл. Было бы удивительно, если бы он победил. Ну, просто хотелось чего-то необычного. Да, ребятки. Все склоняются на этого чувака. Хотя у этого тоже циркулярка нехилая, это вы посмотрите. Но этого корпус подозрительный. Он может как бы заехать, его перекинуть, да? Ладно, дорогие друзья, если вы хотите продолжение по этой игре, обязательно ставьте лайки. И я пойму, что вы хотите видеть игру эту чаще на канале. С вами был Воблер, до встречи, пока.